На первой минуте видео про музей гражданской авиации в городе Ульяновске мелькает вертолет. Это Ми-6. Это советский тяжелый многоцелевой вертолет. Ми-6 – первый в мире вертолет серийного производства, оснащенный двумя турбовальными двигателями со свободной турбиной. Всего произведено 926 таких вертолетов. У этого вертолета просто огромные лопасти. Диаметр несущего винта 35 метров. Глядя на то, как качается лопасть, посетила такая мысль. В голове устоялась истина, что все прочное должно быть обязательно жестким. Но, как видно, гибкие лопасти могут быть достаточно прочными, чтобы нести огромный груз. Те, кто рассчитывал лопасть, знают, что она надежная и прочная. А стороннему наблюдателю, который видит изогнутую лопасть, все кажется совсем не так. Стоя рядом с Ми-6, чувствуешь себя туристом, который смотрит на Асуанский обелиск. Непонятно, как и кто его делал. Но он есть, а значит, это возможно.